Фасаду бывшей Николаевской гимназии на Растанной 20 вернут исторический облик. Администрация Фрунзенского района выделила на ремонт почти 20 миллионов рублей. Сейчас у здания середины 19 века непрезентабельный вид. Фасад грязный, отваливается штукатурка, есть дефекты кирпичной кладки, часть архитектурных деталей утрачена. Ремонта требует и кровля. С момента принятия решения о реставрации прошло 2 с лишним года. Фасада там 2300 квадратных метров. Вот. Плюс там крыльцо будет, ну, реконструкция сделана. Цоколь облицован с путиловским камнем, то есть там кое-где он тоже вывалился. Будет забетонироваться, и путиловский камень новый будет ставиться. Новая крыша также предусмотрена проектом. Все утраченные детали по возможности восстановят по старинным чертежам и изображениям. Также оборудуют с учетом современных требований вход с Днепропетровской улицы для маломобильных граждан. Подрядчик определится 27 апреля. Работы начнутся после оформления документов примерно в конце мая. Срок окончания ремонта – 30 сентября.